Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня у нас обзорчик циферблата бесплатного, пока успевайте, проходите, от венской студии, от Томаса. Циферблат для любителей минимализма, так скажем, да, и в то же время качественной работы. Вот так выглядит режим AUT, или экран всегда включен на данном циферблате. Также он, дорогие друзья, выглядит воочию. Смотрим, что у нас, значит, здесь есть. Ну, как вы видите, он аналоговый. Также здесь есть внизу цифровое время, шаги, день недели, число месяца и заряд батареи. Сверху у нас вот такой вот типа графика, да, пройденного в Samsung здоровье. В моем случае это 10 тысяч шагов. Вот так сделано. У нас есть два ярлычка, вот здесь делаются. Туда можно добавить все, что вы, в принципе, хотите. Давайте теперь пройдемся по настройкам. Данный циферблат временно бесплатный, поэтому проходите, скачивайте и наслаждайтесь. Первое, это у нас цвета. Здесь есть несколько цветовых решений, они все смешанные. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 цветовых решений. Далее, что у нас есть. Здесь у нас идет, значит, фон. Смотрите, фонов тоже несколько есть, просто черный, еще вот здесь такой, еще вот такой черненький, да, вот так красненький и еще синенький. Все, поехали дальше. В данном случае у нас появляются циферки, либо вообще все убирается, в том числе вот здесь надпись. Смотрим, вначале она есть, ее можно совсем убрать, либо сделать еще вот такие вот цифры. Ну и дополнительные настройки, это две таб-зоны, которые мы можем настроить, погоду, там будильники, ну как видите, погода не будет показываться, только по тапу. Вот, допустим, я сделал погоду и нажимаю, и только после этого я могу увидеть погоду, так же как и здесь мировое время у меня стоит. Вот такой циферблатик, пожалуйста, проходите, скачивайте, пока он бесплатен. Вообще он смотрится достаточно хорошо. Пока.